Клуб «Строитель» – поистине гордость нашего города. С 1993 года команда по хоккею на траве – неизменный участник чемпионата в Республике Беларусь. За это время брестские хоккеисты 14 раз выигрывали Кубок Беларуси и 9 раз становились чемпионами по индор-хоккею, то есть игры в зале. В городском исполнительном комитете спортсменов награждали 18 раз. Можно сказать, что награждение переросло уже в добрую традицию. Пригласили сюда для того, чтобы поздравить с чемпионством нашим, вручить нам медали чемпионата Беларуси, кубок чемпионата Беларуси. Ну и мы тоже, в свою очередь, хотели бы поблагодарить все руководящие руководства за то, что они делают для нас, как бы за ту работу, которую они оказывают для нас. На международной арене команда выступает с 1995 года. Столь долгое нахождение на вершине славы объясняется не только высокой квалификацией игроков. 14 хоккеистов брестского клуба составляют костяк национальной команды Республики Беларусь. Все они мастера спорта, но и поддержкой местных властей. К сожалению, а это констатировалось и на приеме, хоккей на траве как вид спорта в Беларуси сейчас переживает не самые лучшие времена. Но спортивный сезон 2013 для брестских хоккеистов все же оказался успешным. Судьба решилась матчем буквально за одну минуту до конца. Строитель сыграл ничью, и его результат устроил, и они стали чемпионами. То есть был поистине напряженный чемпионат. Сейчас у нас еще сезон не заканчивается. Буквально вот после приема команда уезжает на международный турнир в город Электросталь, на подмосковные вечера, где будут, кроме клуба, участвовать сборные команды России, Украины, Бельгии, Польши, Азербайджана. И в середине декабря стартует новый спортивный сезон чемпионата Республики Беларусь по индор-хоккею. Это по зимнему хоккею или хоккею в залах, как его правильно называют. За плечами у команды «Строитель» успешное спортивное прошлое, и будем надеяться, что их ждет не менее успешное будущее.